Астропрогноз на 2 октября. Овен. Увлечение начнет приносить доход, что приятным бонусом скажется на бюджете. Телец. Действенным оружием сегодня будет улыбка. Она поможет расположить к себе любого человека. Близнецы. День хорошо подходит для решения имущественных и финансовых вопросов. Рак. Вам не стоит выкладываться на работе больше положенного. Сейчас ваши заслуги никто не заметит. Лев. Судьба может испытывать вас на прочность. Главное, не опускайте руки. Дева. Вспомните о старых знакомых. Они помогут решить вам те проблемы, которые навалились совсем недавно. Весы. Сегодня вы можете почувствовать себя одиноким, но не углубляйтесь в это состояние. Позвоните друзьям или знакомым. Скорпион. На профессиональном поприще могут появиться новые знакомства. Стрелец. Не подвергайтесь соблазнам. Это может обернуться далеко неприятными последствиями. Козерог. Будьте более мобильны. Это поможет вам не упустить шанс, который вам предоставит жизнь. Водолей. В вашей жизни ожидаются перемены к лучшему. Готовьтесь. Рыбы. Пользуйтесь воображением, которым вас наградила природа, и внедряйте в работу плоды его творчества.